Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия, я Вика. Сегодня отдыхающее видео, девчонки. Хочу вас зарядить энергией пражского Рождества. Вот, я, к сожалению, девчонки, сейчас вот я пока немного скажу о том, с чего мы начинаем, буду говорить, не буду вас загружать никакими разговорами, это такое отдыхающее видео, так что настройтесь, вот, именно на позитивные моменты, насладиться Прагой рождественской, красотой Прагой, этими домами, старым городом Праги, я прошлась по старым местам. Вот начало как бы начинается из этого коня, вот я вам только что показала. Мне пришлось ускорить видео, потому что наснимала много, и мне очень жалко было все как бы врезать. Я думала, я подрежу, все будет нормально, ну как бы там на полчасика. И я ускорив даже, вот у меня видео получилось на 39 минут, потому что мне все хотелось показать. Поэтому в два раза ускоренное, вы уж меня простите, некоторые моменты будут очень классные, поэтому я их там запустила со звуками, там разные уличные представления со звуком. И в нормальной скорости. Все остальное вот просто смотрите, наслаждайтесь. Сейчас я иду по проспекту Святого Вацлава, с площади Святого Вацлава. Там стоит, вот вначале было показано Народный музей. Вот мое понимание Праги, оно начинается именно с этого Народного музея. Вот с этого коня и этого памятника Святому Вацлаву. И вот по проспекту я иду к старому городу, и все вам буду показывать, как выглядит проспект сейчас, в данный момент в Праге. Вот, улочки вот такие вот пражские. Люди, обратите, кстати, внимание на людей. Я обратила внимание, когда вот шла, снимала, если женщина красиво одета, она говорит на русском языке. Вот вам такие пироги. Потому что чехи особо над своим внешним видом не заморачиваются. Вот видите, кстати, строят метро, да, вот это огороженное, не очень красиво. Знаменитый трдельник, который я уже показывала в Инстаграме, его вы будете наблюдать везде, по всем видео, во всем видео. Вот он, первый я встретила ларечек. Смотрите, красота, конечно, неописуемая. Вот эти старые дома, ощущения, девчонки, очень все такое загадочное, магическое. Вот ты ходишь, я, кстати, поехала два раза. Один раз, кстати, это я снимала без стабилизатора, он мне пришел, но я им не умею пользоваться. Я ехала к дочке, вот дочка мне разобралась, как им пользоваться, и я ехала уже от дочки, уже снимала за стабилизатором, но уже сколько накопилось видео, мне так хотелось все снять, показать, что уже просто было слишком много. Поэтому, девчонки, все кадры, которые я сняла, вот где-то третью часть я из них удалила, все остальное ускорила. Вот просто смотрите, как выглядит сейчас Прага. Вот, тем более в условиях карантина не очень-то поездишь. Вот, я решила, что вот так вот я вам буду знакома все-таки с моей Чехией. Все-таки, и вы знаете, что сделала я вывод, мне это нравится, вы знаете. И я вам благодарна, потому что благодаря вам я подниму свою задницу, возможно, невозможно, 100% подниму. И я все-таки сама поезжу, и я вам покажу вот эти все красоты. Вот, поэтому плейлист на моем канале «Моя Чехия» будет. Вот, если вам интересна эта тема, то, пожалуйста, заходим в плейлисты и находим «Моя Чехия» и смотрим всю Чехию моими глазами. Вот это будет первое видео, а далее не только путешествия, вот обычаи будем, как буду вам показывать, рассказывать. В этом видео немножко расскажу. Я хотела о Праге, но я так вскользь некоторые как бы моменты расскажу, покажу, потому что я там сняла часы вот эти знаменитые пражские куранты. Вот это я вам покажу. Потом мост, Карлов мост,
Староместская, Старогородская ратуша, Староместская площадь. Вот это я вам основные такие ключевые моменты сегодня покажу. Это я просто иду по старому городу, иду. И понятное дело, что в старом городе очень много этих стеклопродавцов. Чешское стекло, богемское стекло, богемский хрусталь. Вот. Я, кстати, была даже на фабрике этой хрустальной. Я думаю, это бы вам было интересно. Ярмарок, кстати, должна сказать, вот эти всякие ярмарки, обычно они перед Рождеством, они, вы что, это самое главное в Чехии. Вот, но очень мало палаток, чуть-чуть есть, но не особо. Хотя я не скажу, что мало людей, девчонки, людей в старом городе очень много. Вот первые сейчас, вот в данный момент видео идет там, где я снимала воскресенье. Это был выходной день, очень много людей, вот увидите там дальше. Эти часы, там каждый час бьют эти куранты, и каждый час двигаются фигурки. Это все я вам снимаю, покажу вам. Вот. Но факт то, что каждый час на этой старой Староместской площади собирается куча людей, чтобы посмотреть на эти часы, как бы на бой курантов и как эти фигурки двигаются. Вот. Ну, видно, да, видно, что продают на ярмарках. Красиво, очень красиво, не дешево, ну и не скажу, что дорого. Была у меня мысль, как бы что-то купить и разыграть между вами, но у меня как-то, я не знаю, в каком формате это все сделать, этот розыгрыш на ютубе. В инстаграме все-таки проще делать розыгрыши, это кожаные изделия из натуральной кожи. Вообще чехи чтят традиции, это да. В Украине, кстати, должна сказать, последнее время тоже, что меня радует, что начинают возвращаться вот эти народные традиции, гуляния, вот это все. Что меня удивило, девчонки, матрешки, смотрите, вот там еще увидите, я сейчас вам расскажу. Матрешки с разными как бы физиономиями, в общем, интересно, неожиданно для меня. Ну, деревянные игрушки, это да, это чешские как бы особенности, они тоже очень ценят натуральные деревянные игрушки. Вот. Ну, тут классика. А, кстати, вот эти вафли тоже, лазанские вафли они называются. Вот, это тоже в каждом городе курортном обязательно есть свои вот эти вот вафли. Они, ну, кстати, делают на ходу, там прямо на твоих глазах вот эти пристрои, ну, эти оборудования на эти вафли, начинки на... И они хрустящие, пахучие, там с разными начинками. Ты идешь, ты обалдеваешь. Вот как... тут, кстати, в Праге нет именно, чтобы делали... Может, где-то есть там в закоулках какой-то магазинчик. Но здесь, ну, я прошлась, я не видела, я просто тут... Эта палатка с вафлями, я просто вспомнила в Карловых Варах. Тут в Праге запах тердельника этого, потому что тут там тоже разные посыпки, там корицы разные, всякие орехи, корицы, и оно же пахнет, представляете, как на улице. А еще, если делают на огне, на углях, вот, то вообще запах нереальный. Вот, а вот в Карловых Варах там именно особенность запах этих вафлей. Вот смотрите, вот это все старый город. И, кстати, я прошла, может, 10%. Если, конечно, идти по всему городу, то это нереально. Много всего. И особенность, конечно же, вот это вот ощущение, ну как, вот они матрешки, смотрите. Вот они, всякие матрешки. Я, конечно, не обнаглела до такой степени, чтобы взять в руки и открыть ее. Хотя, наверное, надо было попробовать. Сейчас, кстати, у меня приближается, я сейчас наговариваю этот текст на, как бы, на уже мной слепленное видео. И сейчас приближается момент, как бы будут уличные музыканты. Я сейчас по старому городу прохожу к Карловому мосту. Это средневековый мост в Праге, знаменитый мост в Праге через реку Волтаву. Он соединяет малую сторону и старый город.
старое место. Вот сейчас я в старом месте нахожусь, в старом городе. А есть малая сторона, там малый город, но древний малый город. Это заслуживает отдельного видео, это уже по весне я с вами туда съезжу. Я очень хочу, я была там один раз, очень хочу туда поехать, в этот малый город. Там очень все очень тоже сохранено, красиво. И вот атмосфера, вот, кстати, я на этой выхожу на эту Старогородскую площадь. Нет, это не она. Это я все-таки иду по этому старому городу, как бы в направлении этого Карлового моста, потому что хочу вам показать. Быстренько я вам покажу этот мост, потому что холодно там мало, как бы обычно там усеяно вот этими художниками разными, всякими музыкантами, да, все-все там, всякие поделочки. Вот, кстати, эти часы, ну, к часам мы еще вернемся. Сейчас я быстро прохожу и иду к этому мосту. Потом я все-таки вернусь к этим часам и покажу вам бой курантов. Ну, будет это число. Вот, обратите внимание сейчас, сколько людей. Ну, как бы их много. Ну, и потом увидите, сколько каждый... Это, притом, это каждый час. Вот они когда бьют, когда, ну, час начинается, следующий заканчивается. Вот, и собираются люди, чтобы это посмотреть. Не знаю, есть ли там какая-то магическая сила, но каждый час вот собирается полная площадь людей. Уличные вот эти рестораны мне нравятся, вот главная елка на площади Староместская, ну, Старогородская площадь, вот это главное, вот это старая ратуша, на которой часы. Елку еще я вам покажу, и при ночном свете. Так вот выглядит. И площадь еще покажу, там подиум такой для селфи возле елки. Я туда тоже залезла, поснимала. Сейчас я просто иду, чтобы пока, потому что это уже было около 4 часов, при дневном свете мне хотелось быстренько захватить, пробежаться, все захватить, вам показать. Вот, а потом еще при ночном свете. Ну, вечером мусорку. Захватила мусорку, представляете? Вот. Староместская площадь. Все, пошла я к мосту, девчонки. Сейчас я вам его и буду показывать. Еще обернулась, поснимала. Ну, тут, понимаете, тут просто нужно идти снимать и все. И, наверное, ставить музыку и просто смотреть. Потому что вот, вы знаете, что хочу сказать, что даже экскурсовод не нужен, вот как по мне, мне достаточно просто открыть рот, вот это пройтись, и я уже как бы набитой энергией, эмоциями, вот этой позитивной как бы праздничной энергией, вот правда, мне достаточно, конечно же, экскурсовод это хорошо, но я вот прошлась просто так, и это, я считаю, Рождество не будем загружаться лишней информацией. Вот сейчас вот скоро я подхожу. Вот через эти ворота у нас вход на этот мост. Везде все очень красиво, все очень сохранено. Бережно относятся очень к своим памятником. Ну и сейчас мы заходим, и там сразу будут эти музыканты. Thank you.
Вот, кстати, смотрите, кафе «Каток», так прикольно. Сейчас я иду по этому мосту, Карловому мосту, в сторону старого города. Вот видно, есть художники, но этого мало. Видно большую разницу того, как было, да. Длина всего моста 500 метров. Я уже сказала, он соединяет малую сторону и старый город. Вот. Вот там вдали уже виднеется эта малая сторона, малый город. Это есть знаменитый Карлов мост. Скульптуры на нем, по-моему, около 30 скульптур расположено на всем отрезке, на всем этом мосту. Вот. Равно людей очень много, и в масках никого нет на улице. Вот этот как бы вдали малая сторона, это старый город, куда ведет этот мост. Он это средневековый мост, и он соединял именно эти две части Праги, и назван он, кстати, в честь Карла IV. Раньше он как-то, по-моему, Пражский мост назывался, если я не ошибаюсь. Кажется, Пражский мост. Вот, все, я его, видите, приблизила. Там вот историческое место, это малый город. В него мы обязательно съездим, там есть на что посмотреть. Очень красиво, атмосферно. Вот, ну и далее я возвращаюсь. Вот. Уже начинает темнеть. Эти все дома я вам показываю, а рассказать мне пока нереально просто рассказать о каждом доме, потому что этого всего очень-очень-очень. О, мужчинка был в маске. Очень много, и очень все красиво. Вот, все, вот. Матрешки, опять вот я ближе показала вам матрешки, опять магазины. И, кстати, скидка. Вот, кстати, в этом, когда была первый раз в этом, единственный в этом малом городе, который я вам только что показала, это было давно, лет, наверное, 20 назад, когда я только вот приехала, вернее, я уже пару лет была в Чехии, у меня на работе была девчонка, чешка, подружка моя. Говорю, я говорю, 3 года в Чехии. Я не видела еще Прагу. И вот она мне устроила экскурсию, да, она меня повезла туда, она договорилась со своими друзьями, там переночевать, поводить нас, такая умничка. И вот мы в этом малом городе мы были, там ходили вот с Янкой. Вот я обязательно вас туда повезу, потому что это того стоит. Вот. И вот читали мы вывески, девчонки, на ресторанчиках там, да, опять в масочках. И она говорит, ну ничего себе, написано на немецком, на английском, на русском, а на чешском нет. То есть там все ресторанчики, понятное дело, рассчитаны под туристов, а меню на чешском языке там просто нет. Ну, такие вот дела. Я еще почему об этом говорю, потому что видела вывеска там на русском языке. Обязательно на всех языках дублированы как бы. Все дублировано на разных языках. Молодцы. В этом они молодцы.
Так, ну это уже где-то я за закоулком пошла непонятно куда. Старенькие, старенькие, все старенькое. А вот еще какая-то площадь. Я что-то потерялась, что это за площадь. Не поняла. Ну, в общем, я по ней походила, поснимала, там вон палатка, тесты делают. Вот этот Бетлем. Вот она, палатка. И я так не поняла и пошла дальше. Ну, в общем, подсняла и пошла дальше. Вот. Вот он, видите, деревянный. Все святые. Сейчас у меня видео подходит. Сейчас я не помню. По-моему, сейчас будут куранты у меня. Да, будет твой курантов, поэтому я пока сейчас свой голос уберу, включу на стопроцентную как бы скорость, ну, на натуральную. И вы посмотрите, как выглядит вот эта Староместская площадь, да, по-моему, Староместская площадь, эти куранты на ратуше, и сколько людей, и как это все происходит каждый час в Праге. Круглый год, каждый час вот такую толпень собирается, смотрят на эти куранты. А это видео, у нас уже 7 минут. Уже начинает темнеть, пошла я по этому городу. Видите, вот этот подиум, сейчас вам покажу с подиума всю старую площадь, вот эту старогородскую площадь. Я думала, что там что-то это, ну это как обзорный подиум, и его все используют как селфи-точку, да, и вы фотографируете с этой елкой, вот эта Староместская площадь.
Ну, вот уже я иду по вечернему городу, светящемуся, все очень красиво, празднично. Сейчас мы подходим, кстати, тоже вот они жарят тердельники эти на огнях, на огне. Но я здесь не перевернула видео, ну да ладно, просто вот этот запах раздается повсюду. Сейчас совершенно случайно, я этот кусок поставлю вам в натуральном виде, набрела на уличных как бы гастролеров, ну просто и сняла вам не полностью номер, но это просто нереально. Вот, вот посмотрите сейчас, девчонки. Девчонки, вот такая вот моя рождественская Прага получилась. Видео подходит к концу. Там в конце еще я кусочек включу на полный звук. Там уличный тоже музыкант, который играет на хрустальных стаканах. Тоже очень красиво, сказочно. Ну, в общем, вот оно мое волшебное. Вот, кстати, видите, это уже будний день. Меньше народу. Этот кусочек я уже снимала вчера. Вот, народу меньше.
И это уже со стабилизатором, девчонки, еще раз. Кстати, очень видно разницу. Смотрите, со стабилизатором, очень все четко, плавно, красиво. Ну, в общем, следующее видео, я уже научилась с ним работать. Следующее видео будут, правда, качественнее. Вот я учусь, я обещаю вам, я научусь им. И буду снимать Чехию красиво, вот именно красиво. Вот. И информативно. Сегодня, конечно же, это было не информативно, потому что, ну что тут говорить, это праздник. И тут просто праздничное настроение, и все, и говорить ничего не надо. Я вас поздравляю с наступающими праздниками, девчонки. Желаю всего самого хорошего. Все у нас будет хорошо. Будьте на позитиве. Это самое главное в жизни, я вам скажу. При любой ситуации будьте на позитиве, и все будет хорошо. Просто жизнь прекрасна. Конфетки вот здесь, вот я еще сняла шоколад ручной работы. Очень все атмосферно. Я даже сейчас пересматриваю, у меня такая, знаете, бабочки в животе, да, вот такие вот ощущения. Человеку нужны такие ощущения, нужен праздник. Вот. Я потихоньку с вами прощаюсь, в конце еще нам уже чок заиграет. Вот. Всем хороших, счастливых новогодних праздников. Еще я хочу в прямой эфир выйти, но только не знаю, что вы вас поздравите. Это либо между Новым годом и Рождеством какой-то день. Потому что сейчас беготня, я так понимаю, у вас же с Нового года все начинается. Это у нас, вот сегодня я сейчас доснимаю, сегодня у нас этот щедрый вечер. Это уже Рождество, а вы уже посвободнее будете между Новым годом и Рождеством, я так думаю. Вот. Наверное, так и порешим. Ну все, уже подходит, вижу видео к концу, где я могу говорить. Там я включаю натурал, там еще буквально полторы минутки, как мужчина играет на стаканах. Все, девчонки, если вам понравилось, ставим лайки, пишем комментарии обычно, пишем, что бы вы хотели видеть, с какой стороны вам интересна Чехия. А с вами была я, Вика, и моя Чехия. Tak to je tady. Děkuji. Tak tohle na noci, tak to je to samé.